Привет, дорогие друзья, уважаемые подписчики, с вами канал Didi Play, и я продолжаю проходить замечательную игру For Honor за рыцарей. Пока игра в сюжетной линии скучновата, ну, может быть, потому что я очень много играл онлайн, а новичку она покажется очень даже интересной и довольно познавательной, чтобы проникнуться в управление и суть игры For Honor. Ну, что, не будем томить, давайте посмотрим, что было дальше, потому что, насколько мы помним, Вардену не понравилось то, что он сделал, а точнее вступил в Орден. Ну, давайте-ка посмотрим, почему, что будет дальше. Погнали! В Кинхейме уже начались снегопады, но мы отправились в путь. Я Холден Кросс. Под моим командованием находится авангард легиона Черного Камня. Засада. На это мы и рассчитывали. Можем не прятаться! Вперед! Ad mortem inimicus! Ad mortem inimicus! Ad mortem inimicus! Врата Валькенхейма. Прочь с дороги! Дикари. Следовало уничтожить катапульты. Ad mortem inimicus!
рисковал, но иного пути не было. Катапульту надо уничтожить. Викинги си... Это правда. Я должен добраться до своих. Мы к этому готовились. Пускай! Викинги давят числом, мы с помощью орудий.
Надо найти лебедку. Лебедка моста. Нас было слишком мало, чтобы охранять пленников. Госпожа, этот зверь убил не менее 40 воинов. Дэвиса тоже. Знаешь, как отличить хищника от жертвы? Никак, пока не увидишь его в деле. Сорок? Хорош. Я думал, она проводит отбор только среди своих.